В Макеевке продолжает расти заболеваемость кишечными инфекциями. Полугодовые показатели превысили прошлогодние в 4 раза. Только за последнюю неделю зарегистрировано 43 случая. Наиболее опасная ситуация в Горняцком и Советском районах города, говорят медики. Там зафиксирована 1/4 от всех случаев. Инфицируются больше взрослые. Путем передачи заболевания является пища. Опасность представляют молочные продукты, мясо, кулинария, овощи, фрукты, а также яйца. Нежелательно для употребления и сырая вода. На рынках города усилили проверки продуктов. Так, с начала года составили 33 протокола на предпринимателей.